знаете, когда Исинаваду освобождали, то стреляли с украинских позиций очень активно по Исинаваду. И летели снаряды по жилым зданиям и по всему, и погибли какие-то там люди, какое количество, я так и не знаю, никто это точно не знает, количество этих пострадавших людей, погибли мирные жители. Вот у меня во дворе моего дома разорвался снаряд, и у меня повреждена крыша в доме, и стены, и все окна с одной стороны дома разбиты. Там есть владелец типографии, Будко нехта, это такой пожилой человек, уже настолько проукраински настроенный. Так вы понимаете, вот эти ДНРовцы, он даже при них не скрывал свою позицию. Он все время был, понимаете, он просто агрессивно высказывал, что он проукраинский. И не прятался. И тем не менее его лично не тронули, но выстрелили и его дом разбомбили, и сына его дом разбомбили. Знаете, вот снарядами просто специально уничтожили его. Это Славянский. Да, это Славянский, его дома. Но это настолько интересный человек, настолько патриотичный, настолько умный, он так глубоко знает всю эту историю. И там такие люди есть, Славянские. В городе сразу была пущена версия такая, запущена, что я наводчица, и то, что в школу попали снаряды, школа разрушена, и больница разрушена, что это я приклеила радиомаячки на все эти здания, чтобы специально их разрушить. Потому что в маленьком небольшом городе все меня видели, все знали. И понимаете, кому нужна такая версия, что я патриотка, и у меня нашли украинский флаг, и меня забрали за то, что я отстаивала Украину, да, и помогала украинской армии, Как же я прожила жизнь и в этом городе, никогда никому не нагрубила, не сделала ничего плохого, столько помогала, старалась помогать как-то людям. Как же я прожила жизнь и в этом городе, никогда никому не нагрубила, не сделала ничего плохого, столько помогала, старалась помогать как-то людям.